six. Well, let's look at the six color theorem. It's not a very, not the best theorem, but let's do it anyway. So the first result is it's called the say the five named group. So it'll be similar to this, and I think you'll be able to prove it for us. If a graph is known as all parallel edges in plane space plane. Параллельные ребра, имеется в виду, что вершина соединена с другой только одним ребром, не больше, чем одним. Параллельные не в смысле плоскости, а neighbors, соседи. Пять соседей? Теорема о пяти соседях, да. Да, да, совершенно верно. А? Два Е больше равно, чем три В. Да, конечно. А? Три В. Максим, двойственность есть вообще-то. Любому графу соответствует граф с таким же количеством вершин, как там было грани, и наоборот. И грани, как вершин. Ну и кроме того, просто из любой точки выходит не меньше, чем три отрезка. Все хорошо с тем границем. Понял? Понял? Правда, что 2Е больше равно В? 2Е больше равно 3В. Почему? То есть из каждой вершины выходит. Разрежьте каждый ребро пополам, тогда вы получите 2 Е кусочка. А, если из каждой вершины выходит 6 или больше, Е больше или равно 2 минус Е? Но 2 Е больше или равно 6 В. Это да. Давай. 3 В больше. Все поздно. Коля победил. Надо цифру 3 заменить на цифру 6 и убрать скобки. И разделить теперь это на 2. Делить это значит написать новую строчку. Внизу слева, посмотри на формулу. Внизу слева? Да. Поставляй туда и радуйся. И посмотри, пожалуйста, на неравенство, которое ты только что написал. 2Е больше равно. Это то же самое, что Е больше равно 3В. А, окей. It means that it's smaller than the zero, but it's less than the zero, but it's bigger than... bigger or equal to 6. Максим не понял, почему 2Е больше равно 6В? Коля, объясните. If we think that the... Как... Пожалуйста, ему скажите. Если мы предположим, что... Если мы разрежем каждое ребро пополам. Максим, подумайте секунду. У вас есть граф, у которого все вершины не меньше, чем 6. Две... А почему вершина не может уходить 2 ребра? Мы предположили, что у нас нету... Есть какой метод доказательства аттрактивного. А ребро мы каждый посчитали 2 раза. С самого начала. Доказываем теорему методом аттрактивного. Нет, вон ту теорему. Я просто сама не очень понимаю. Утверждение. Если на плоскости нарисован граф, то у него не может быть, что из каждой вершины выходит 6 или больше ребер. Называется теорема о 5 соседях. Что есть точка, у которой 5 или меньше соседей. Теперь доказываем метод аттрактивного. Vertices that has six neighbors, so we can write this. Наоборот, если все вершины степени 6 или больше. Не есть вершины степени 6, а наоборот, все вершины. Предположим, что существует граф. Degree. Six or more. Six or more. Planar graph. То есть сами пересечения запрещены. Ну, понятно, понятно, да, невозможно это нарисовать. Его нет, поэтому нарисовать его невозможно. Да, быстрее. Then we can write this formula. So two edges more equal to six vertices. So yes, I understand this.
And then we can put this and this formula. So this is right and algebra. Yes. So here and we will have that zeros is more or equal to 6, which is not right. So if we if it is right, then so we can write this formula, and so we can see that this здесь is not right. E minus e. So we put Ну, это слишком сложно. Вам нужно было просто верхнее неравенство переписать в виде 0 больше или равен 3v минус e. Смотрите, то, что вы написали, как-то слишком вы мудрено все делаете. Верхнее неравенство переписывается в виде 0 больше или равен 3v минус e. И смотрите теперь на вот две строчки. Да. Нет, такое?